Сейчас сделали яичницу только у Федора. Вот и все. Вот смотрите-ка, моя бизнес-вумен-то сидит. Скажи, как куда мы поехали там. Так, что мы поехали? Давай озвучим сегодня, какое число у нас вообще, что за время года. Лето, август, какое число? 24 августа. Вот, было холодно. Ну, сегодня такой нормальный денечек. Теплый, даже солнышко было сейчас, вот, но за тучки скрылось. А мы собрались съездить искупаться на рыбу-пилу. Закрыть, так сказать, сезон. Да, а может быть даже еще и не последний раз. На выходных мы со Степаном работаем в кафе, поэтому уставшие, не выспавшиеся, надо себя немножко взбодрить. Решили вот сходить искупаться. Сегодня, потому что вечерком мы опять идем работать. Если кто хочет... На следующую неделю. Да, на следующей неделе мы все еще будем работать. Че, мы будем говорить, что это у нас последний сезон? Или... Ты уже сказал. Так я не буду вырезать, что... Последний шанс прийти к нам, запустить вместе да, с нами. Да, именно когда мы работаем. Потом будут другие люди, может быть, какие-то не такие. Таких, как мы, нет. Да. Ну ладно, поехали на груминг. Ну не, на груминг мы уже ездили несколько раз, поэтому значит до нового. Поэтому я и доволен. Поэтому наша бизнес-вумен сегодня в настроении хорошем. Если кто заметил, я побрился и усы тоже сбрил. Вот. Опять лет на 5, сейчас не буду бриться, а то и побольше, может вообще никогда уже. Конечно же, еще поснимаем, как мы будем купаться, чтобы это были для вас не просто слова, а именно действия двух здоровых взрослых мужиков. Ты покажешь свою голую попку? Нет, я специально надел свои купальные шортики, смотри, как ножка загорела. Вот там люди отдыхают. Что вам сказать, народ есть, даже в такое время года и в такую погоду. Стоянка заполнена. Навряд ли, наверное, кто-нибудь купается. Как? Навряд ли купается. Давай сейчас мы все проверим и посмотрим. Че нам? Нам терять там нечего, уже все равно приехали. Знаменитая. Мы до купания-то как до грибов охочи. Ой, охочи, что ты? Народу. А? Вот объект. Капец. О! Вон здесь мусорил, прикольно. Аж страшно маленько. Вот ночью пойдешь и охереешь, да? Пьяный. Да иди все по банкетам сидел. Да похер что. Вот что думаешь, вообще никто не купается? Посмотри, никто не купается, но мы-то будем. А? Я тебе время был на тот. Че, стесняйся здесь? Я тоже, если честно. Но уж раз прибыли, я думаю, что надо все равно. Идем мы. Грешным делом на ту сторону. На судьбу. Водичка-то чистая. Давай такая. Сейчас очень холодная. Ну-ка давай раздевайся, я поснимаю. Давай. Без музыки не будет. Без музыки не будет. Да, включи. Опа. Ну все, пойдемте. Ой, хорошо это. Я думаю, что приемлемо. Ну нет. На себя просто камеру-то сделай. Сейчас. Ёбаный. Не, нормально. Даже прям вообще без особого дискомфорта. Нет. Да? Я не хочу. Ты не хочешь, так не ходи, что ты? Уже все поздно. Ой, блядь, да не ма. Сука, в глазах мутнеет. Что под водой там творится? Класс, отлично. Давай хотя бы. Мне не надо сегодня. Да нет, не холодно.
А ты знаешь, что получается можно сделать? Вот так вот. Вот это кадр. Вот это кадр. Здесь теплее, кстати. Ну что, ваш отзыв, ребята? Очень, ребята. Очень круто сходили. Водичка просто. Водичка отпад. Водичка отпад. Это просто кайф какой-то. Небольшая усталость. А у меня наоборот как рукой все. Ну еще и легкость. Да. Да и мне все понравилось.